Алиса, пошли. Пошли, что покажу, Алиса. Нет, у нее дела какие-то. Пойдем, пошли. Пойдем. Первый раз вижу лису, которая не заходит на кухню. Прямо вообще. Ну ладно. Алиса. Алиса. Очень увлечена. Смотри, ты не распробовала просто. Да что ж такое-то, а? Представляете, как волнительно, а, Макс? Когда чужие ходят. Держи. Это же очень вкусно. Ты же знаешь. Нет, уже не хочешь? То есть в прошлый раз ты съела целый кусок. Сладенькое. Значит, Алиса сегодня сладенького не хочет. Так. Вот. Смотрите, смотрите за ней. Ну? Нет? Тебе шашлычка? Нет. Вы представляете? Эх. Что же такое? Придется отдать шашлык. Садись. Садись. Нет, садиться она не будет. А ребят сейчас буду поливать водой. Да. Белый очень увлечен, видите? Хотя бы уже успокоился и не бегает. Просто все. Застыло. Не, ну, конечно, надо что-то делать, но очень не хочется, я понимаю. Вот если палец вот в рот положишь, не, тогда я что-то сделаю. Да? Все. Приходим в себя. Вы можете представить вот этого хищника, который лазит в засаде, лежит за своей добычей? Вот этого хищника, который на диване тут нежится. Да. Дай пять. Не. Ты. Да. Ну да. А вот этот безумно быстрый хищник ловит тут всех, кто ему под руку попадется. Вот смотри, я же тебе говорю, у тебя шерсть лезет, а ты мне не веришь. Что такое? Спокойствие, только спокойствие. О! Ладно, все. Давай, просыпайся уже. Просыпайся, пошли на улицу. Хватит на диване валяться. Диванная лиса. Пойдем. Нет.
ты бы укусила, но тебе лень, я понимаю. Надо самому палец в рот тебе положить, тогда ты будешь кусаться. Хотя тогда тоже не будет кусаться, потому что не спортивно. Интереса нет. Вставай. Вставай, пошли гулять. Пошли, пошли. Давай. Просыпайся. Просыпайся. Как только я заканчиваю тормошить лису, что она делает? Пришла хулиганить. Не дает заниматься. Грызет гири. Что такое? Говорит, гири тоже мои. Что? Варежка у тебя большая. Добрейшей души существо. Даже меня покусывает. Молодец. Что это? Говорит, руку отдай. Разыгрывается потихоньку такая, заводится такая, дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вроде как еще спокойная. Сейчас начнет хулиганить. Облизает хвост у Алиски. Покажи хвоста. Ну, иди сюда, показывай. Прямо кусками можно вытаскивать потихоньку. Видите? Спокойная. Не пищит. Не шумит. Тихая лиса. Радостная. И что это такое? Называется «Угадай, что я хочу?» Я вот не знаю. Так, все, я занимаюсь. Эй! Ну вот вы представляете, что надо сделать? Надо забраться обязательно на банкетку. И первое, что начать делать, это... Выщипываете из себя шубу. Другого места для этого нету. И что это такое?
Здрасте. Ой-ой-ой, хрюкалка. Игривое настроение. А тебя никто не трогает. Ха-ха. Нет, так не должно быть. Надо, чтобы кусали, щипали. Ой, ой, ой. Что такое? Шерсть застряла во рту. А, шуба-то линяет. Вечером на окнах моль сидит с внешней стороны. Меня подкарауливает. У кого такой длинный нос в эту камеру? Да. Шикарно смотришься, Алиса. Посмотрите на эту колбасу. Разве она похожа на ту лису, которая меня кусала, которая преследовала кота по политическим соображениям? Я вот не понимаю. Мне кажется, другая какая-то. Может, там выводок уже? И это какая-то добрая лиса. А там есть еще злая лиса, которая бегает, кричит, ругается. Кричит: белый, ты во всем виноват. А это добрая лиса. Мне даже кажется, мордочка чуть другая. Вытянутый нос. Да? Смешно, смешно.